Зажимом. Работаем на двух зажимах. Третий зажим не допустим. О. Что еще у нас? Сейчас... Кепа не судья! Я главный не судья. Сейчас проводим жеребьевку. Да, номер три. Какой номер? Мы с Наташей номер три. Как, один номер на двоих? Да. Так. Мы вместе забегаем. Лёва. Мы тренировались, мы уже заранее первое и второе место распределили. Договорились поменять меня, но потом оказалось, что мы вместе. Я на пункте. Сильно волнуешься? Так. Как? Для третьего примерно подъема на веревке ничего. Третьего откуда? Отнизу. Жизнь. Каждого своего выпускаем. Ребят. Девочки, на старт. Выпускающие готовы, участники готовы. Старт. Первая пара пошла. Дружно болеем за девчонок. Давай, у тебя уже финиш прошел через ролик. Все. 6 метров осталось, давай. Начинают старты новички. Ребят, поддержим новичков. За их смелость. Как прошел четвертый раз? Как прошел четвертый подъем? Внимание участникам. Пожалуйста. Кто родители? А? Все ребенок. Ну, как, надо напутствие дать ребенку. Так как ты делал с мухой, делай так же на соревнованиях. Так, а ты понял, сделай такой. С утра чем кормил ребенка? Да. Жарил яичницу, не покушал. Плохо. Не досталось. Часы готовы? Да. Три, поехали! Старт, стартует вторая пара, ребята, болеем! Новички, давай! Последний Рыбаков! Ну как, как ты себя чувствуешь? Посмотри на меня. Нормально. Папа горд. На тренировке получше было. Я тебе прыгнуть разрешу. Я выстрелю в тебя! Давай! 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 Давай, я сдерживаю предохранитель! Еще! Под полом пистолетом сидел. Давай. Так, кто следующий? Алла, ты сейчас поднимаешься? Да. Ты помнишь свои впечатления с прошлого соревнования? Помню, сказал, что легко было. Да. Что ты скажешь сейчас? Я себя сейчас чувствую очень хорошо. Очень рада участвовать в этом соревновании. Надеюсь, занять призовое место. Ты завтракала? Она делает интервью. Алла.
вверх! Оп! Я помогу ей снять жумар. Кал, чудесно выглядишь. Я помогу. Такой румянец. Снять жумар. 31 номер закончил с результатом 4 минуты. Как было? 34 секунды. Претендент на награду. 28 номер 6 минут 56 секунд. Было сложно. Сложно? Зато забыла вообще о своих проблемах. Как ты шаги считала, нет? Я считала. Жумар, я у тебя взяла, потом отдам. А что, тебе не надо? А педали? Убегай, расскажи. Воды надо. Как было? Хорошо. Лучше, чем в пещере? Нет. В пещере холоднее. А, так поэтому? Да. Ну, а ты рекорд поставила? 4.34. Хорошо? Это очень хорошо, очень хороший результат. Особенно для первого раза. Спасибо. Гордимся действительно? Как готовились? Как готовились? Очень просто. Павели к папе тренироваться на Украине. Получили готовую. Так что все стоят. Спасибо. Супер. И теперь куда угодно отпустите ребенка? В любую пещеру? Не отпущу. Только вместе? Не отпущу. Нет, вместе не пойду. А на каскадерку? Папа. А на каскадерку? Хорошо. Мама злобная. Спасибо. Что ты можешь? Буду так веселиться. Вешу это я вешу. Поехали! Окей, продолжаем демонстрацию наших прыжков. Ну как ты себя чувствуешь? Хорошо. Скажи, ты честно сейчас собираешься участвовать в соревнованиях? Собираешься участвовать в соревнованиях? Красивые скалы. Единственное, там лужи по дороге. Большие такие лужи. Правда? Ты уже лазила? Зато потом после... Старт! Во-
Волнуешься за ребенка? Ножками, ножками. А в смысле, а что волнуешься? Устанет сильно или что? Не, я как бы рада, что она участвует. Ты помнишь, сколько метров ты прошла? Сколько? Сколько? 15 с чем-то. Молодец. 30-34 на старт. Давайте ее оценим. Ты даже лучше, чем вдруг ведешь. А Тарчер так и вьется вокруг. Тоже нормально. И сзади тоже неплохо. Мне кажется, мне чуть не хватает. Что не хватает? Не хватает? Что не хватает? Не хватает. К веревке, веревки не хватает. Пристегнись к ней, все будет. И может быть счастье. Ты, пока он еще не дошел, ты сделай второй раз. Подожди, он еще не дошел, ты успеешь два раза подняться. Успеешь два раза. Это радует. Thank you.
Лёш, что тебе помешало? Надо ходить так, как привык. Нет? Что, вот еще спорт, что ли? Тоже. Пожалуйста, с представлением имен. Имя, фамилия, отчество. Я очень-очень рад, что у нас, несмотря на то, что мы пропустили один год, соревнования состоялись. Я считаю, они очень даже удались. Драма была такая не слабая. Ну, правда, рекордов Израиля в этом году не поставили. Но у нас такое молодое поколение растет, я вижу, что... Нет, я бы не ты. Я так рад, что был с вами, как с детьми. Кепа, ты на себя посмотри, ты так и не вышел из пятилетнего возраста. Чему мы очень рады. Итак. אני רוצה להתחיל את הענקת פרסים מהתחרות של ילדים שהזכות להעניק פרסים לילדים יש גם ליהודה וגם לקיפה. קיפה! אז ככה, מקום שלישי, תריתי מייסטה, מקבל בוריס לב. בוריס לב. יעל. А где у нас это, корреспонденты? Вот он, паспорт. Ты хорош. Что нам в режиме? Дал 5 объективов. Сколько кого? Второе место. Алекс Палант. 2:43. Что это уже такая серьезная заявка на взрослые соревнования. Правда, у Алекса, по-моему, это уже не первый раз, да? Не первое его соревнование. Ну, я помню, как он первый раз жумарил. Он в детях тогда был. Когда он тогда первый раз в Лузите жумарил на руках, он отжумарил 18 метров и сказал, а что, нормально? Михачишин Александр. И Мазван Шнейдер Котве Хатса Шьет. Шагава Макова Рышон Гавовишлю. הבן אדם הזה פעם שנייה בחיים שלו עלה על החבל ועשה שתי דקות, 11 שניות. עם הזמן 4:14. מהי тренировки прошли не зря. И это достойная награда. Маком Шини. Второе место. Думнова Галина. Ну, это того, как вы, конечно. Со временем 3:39. Потрясающее время для женщин. Маком Ришон. Шарли Цапотая, Аваль Бехлет, им зман то, Яндрюжевский Ольга. И мечтает охоты с ребарва шьет. Ой, а что такое маленькое? Они Драмы второй раунд. А мне большую.
Им звон штей такой пышния ахат. Маком шини. Катцев лев. Лев, Катцев. Дака хавишим бетейша. Шедезман митсуян мелод. Кто ходить уже не может. זה מקום ראשון, עוד הפתעה אחת מאוד גדולה של היום הזה. שיפיצן סרגי, דקה 52. Продолжать. Надо продолжать. Это я к первому и третьему месту. Второе место было замечательное. Некрет SRT. Это категория хокрей меарот, бэцем. והשתתפו היום בקטגוריה הזאת מספר אנשים שהם באמת חוקרי מערות שאני ממש גאה להכיר אותם, כל אחד. очень я начну. Третье место. Я скажу просто. Капер! Там всего трое. 14 дакот буль. Маком шени. Граевский Михаил. Пьет. И первое место, очередной сюрприз сегодняшнего дня. Может, он просто там встанет, уже не надо ему ничего говорить. Но я только время скажу. 11 минут и 3 секунды. Меня залетели! Надо только сказать, Сири, что тебя послушать, они оштрафовали за то, что по троллею назад пошел. Не по троллею, а по тирольской. Неважно. А вообще засудили. Вам всем спасибо. Нет, это еще не все. אני רוצה להודות שוב לך, אני ממש ממש מודה לך שאתה היית פה איתנו. ואם אתה ראית בכלל את התחרות? זו הפעם השנייה שאתם עורכים את התחרות פה. התחרות הייתה יפה, אבל בפעם הקודמת כמה שזכור לי היו יותר אנשים. אז אני מקווה שבתחרות הבאה יהיו עוד יותר אנשים. וזה ספורט אתגרי, ואנחנו תומכים בספורט האתגרי. אז מזל טוב לכולם והצלחה. תודה רבה. תודה רבה לשפנה סבא. Но это еще не все. Значит, у нас сегодня очень много работало людей, которые остались как бы вот за кадром, за пьедесталом. Нет, ребят, из этого мы просто сегодня состоим. Это наша сила, что мы можем быть все вместе. Мы, к сожалению, не можем поблагодарить вот персонально каждого и всех, но есть люди, которых мы не можем не обойти внимания. Ты приглашаешься на детскую каскадерку, чтобы я научил тебя бросать ножи, пить спиртой, гореть спиртом, падать с высоты, да. Одеть костюм Спайдермена. Нечеловеческие усилия, просто. Лёг, у меня закончились поилютки. Я тебе ещё напечатаю. Поставщику Петля, Кета. Это цены не имеет. Верни кружку. Надо было учиться СРТ в свое время. Класс, все уже поднялись по разу. Но очень классно, народу понравилось. Кепа кидал ножи, короче, это связь.